прикольно. Тамара кинула, что подоспали древние, перепилили яйца, и, наверное, из-за этого они так долго и простояли. В СССР добавляли эти яйца, называются, куриные яйца. Самая верхняя башня называлась Тонкон, что в переводе мужчинам юбки служила как водонапорная башня, у нее были огромные резервуары с водой. Еще на этой башне разводили костер, и она получила для твоя. А вот эти все зелененькие, домики зелененькие крышами, которые принадлежат украинским патронам. Охотничий домик Феликса Феликсовича Юсупова, именно того Юсупова, который участвовал в смерти Григория Распутина, очень зажиточный был человек. Однажды, побывавший в Англии, увидел такое изобретение, как лифт. Так вот, уважаемый, в этом здании был первый лифт в Севастополе, который поднимался силой одного лакея. Лакей сидел в подвале, крутил лебедку, да-да-да. И вот так вот поднимался лифт на третий этаж. Еще он подбрасывал уголь в печь. Справа от нас стоит стела. Эта стела принадлежит подводникам, которые в 1942 году не вернулись с боевого дежурства. Впереди по носу в Америку поехали. Столбики стоят. Вот так вот натура пустые, столбики в воде такие стоят. С конца 17 века такой знак, натягивают сети, рыба заплывает сети, потому что может. Два дня рыбаки поднимают эти сети и достают подъезд, когда рыбы сдают в ресторан, и снова свежая рыба. А вот за столбиками выход, это уже просто все прожитает объект. Отсюда, по идее, по одному классу по столбику должна была выйти, пройдя сквозь классу, погрузиться и идти на боевое задание. А вот прямо по носу за забором памятник возле Красного Конта. Видите? А, беленький. Да. Это памятник матросу Нечаеву, когда ему было 18 лет. Он вызвался его душить. А те, кто подошел, он сам угорел, и ему дали героя посмертно. Вообще в Балаклаве снимают 8 фильмов в зале. Такие как «Водитель для Веры». Смотрели такой фильм? Вот по вот этой дороге Веру убить Господа. Вот по вот этой вот, это получше. Наверх. «Пираты 20 века» тоже смотрели, ребят? Да. Вот этот вот, где мужик в красной футболке стоит на мысике, вон там вот. Мысик такой. Видите? Оттуда вот, с этого мысика, который идет, а вон катушка, где много людей, тут башенка такая камера. Там стояла катушка, и говорите о дефиде, и девушка получается в голову. Да. А на катушке все сработало. Стояли декорации, большие еще. А так это было в катушке. С этим мысиком взято выплывала с пещеры, и его это сделали. Ждут прилива. Ага. Да. А еще вот на вот этом месте, где вот кто-то, видите, кусок металлолома разбитого. На нем снимали Люди Икс отрывок. Да потому что это все шутка. На том корабле снимали фильм «Маша и море». А Люди Икс я не знаю, где снимали. Ну, правдоподобно. Я не считаю. Да, можно. Ну не сейчас, когда вы не будете. Да, он уже как бы. Я так не слазь, я пола машу, так перепрыгиваю, когда человек ее убивает. Это честно. Дрессированный. Случае,
вот, в горе, видите, такой тоннель, башня, кажется, такая. Оттуда выпускали водолазов диверсантов в шторм. Они подплали к немецким кораблям, минировали их, крутили. А на самой горе, вот, там белое такое, с красным видом.